Привет, привет всем! Меня зовут Гума, и я активный партнер компании GL. Сегодня компания GL ворвалась в мир сетевой индустрии и просто шокирует всех своим супермаркетингом и очень высокими доходами наших партнеров. Я хочу вас познакомить с прекрасной, очаровательной, умной женщиной, успешной бизнес-вумен, прекрасной женой и мамой, которая также очень успешна в бизнесе. И сооснователь международной компании GL. Это Галина Платонова. Добрый день. Всем привет. Галина, расскажите, пожалуйста, как вам пришла такая идея открыть такую замечательную компанию? Благодарю, хороший вопрос. Основная задача была создать такой бизнес, чтобы он был без границ, без офисов, без территориальных ограничений, чтобы для того, чтобы люди могли зарабатывать деньги, достаточно было иметь сотовый телефон и доступ к интернету. Это, по-моему, сейчас самая современная тенденция в бизнесе, которая интересует всех. Потому что людям уже надоело сидеть в офисах, людям надоело ходить на работу каждый день. Все хотят жить в шикарных местах, взять ноутбук, компьютер, уехать куда-нибудь к морю и спокойно жить и развиваться. То есть настало время MLM-индустрии, которая уходит как раз чисто в интернет, без территориальных границ. Почему вы дали партнерам компании GL 90% в сеть? Дело в том, что мы являемся интернет-компанией, онлайн-компанией. И, как известно, у онлайн-компании нет физического продукта, да, то есть нет производства, которое каждый месяц должно производить продукцию. Из чего продукция готовится, крема, баночки и так далее. Да, то есть это все время требует влияния денег. Так как мы онлайн-компания, у нас концепция бизнес без границ, бизнес без офисов. И поэтому, так как у нас нет никаких вот этих расходов, мы можем дать 90% сеть нашим партнерам. Супер. Если вы 90% отдаете в сеть, то на какой основе зарабатывает сама компания, ну и, соответственно, основатели? Дело в том, что я, Ирина Кононова, являемся такими же партнерами, как и вы. Тоже строим свои команды, обучаем, ведем к результату и зарабатываем 90% в сеть. Что касается доходов компании, то 10% идет на развитие компании, на поощрение партнеров, и этого вполне достаточно. Почему из всех маркетингов вы выбрали матрично-бинарный маркетинг? Матрично-бинарный маркетинг дает возможность зарабатывать как новичкам, так и очень опытным лидерам. Что касается матричного маркетинга, то это моментальные выплаты сразу, моментально за каждого партнера, и деньги сразу можно выводить. Это же очень хорошо. Это нигде просто такого я никогда не слышала. И в это даже иногда сложно поверить. Потому что в любой компании ты ждешь или вот как бы ежемесячных доходов, да, или минимум еженедельных. И да, я сейчас строю свою команду, уже в принципе больше 10 человек. Я просто очень-очень даже рада, что мне не нужно ждать ничего. В ту же минуту, в ту же секунду я получаю свои деньги. Это супер просто. Честно скажу, да, мы тоже сами от этого кайфуем. Да, мы решили не ограничивать наших партнеров ни в чем. Ни еженедельными выплатами, ни выплатами раз в месяц. Это же так здорово, когда ты сделал свою работу и тут же получил деньги, правда? Ну, здорово, супер. Это как раз вот матричный маркетинг, да, где деньги получаются моментально за каждого партнера. Я привожу клиента, так сказать, партнера нового, и я сразу в этот же момент получаю деньги. Мне не надо ждать. Ждать совершенно не надо. Это еще, кстати, одна из особенностей компании GL, да, и уникальность ее маркетинга. Что касается бинарного маркетинга, это вообще клондайк, реально денежный клондайк, который позволяет вам зарабатывать со всей глубины вашей структуры. То есть, кроме того, туда попадают не только ваши партнеры, но и партнеры ваших партнеров, вышестоящих партнеров, то есть со всей линии, которая находится под вами. И там вы как раз можете реализовать уже все свои мечты. Приобрести квартиру, машину, путешествия, яхты. То есть безграничный денежный поток. Мне так нравится один из моментов, что в этот бизнес нужно инвестировать всего лишь один раз. Галина, расскажите, пожалуйста, за счет чего делается весь товарооборот и за счет чего доход партнеров компании? Это является одним из ноу-хау компании GL. Как это вообще такое возможно? Объясняю. Дело в том, что у нас маркетинг построен таким образом, что есть система реинвестов. То есть через определенное количество партнеров у вас происходит реинвест.
То есть это повтор инвестиции в бизнес с прибылью. Приходит реинвест, и деньги поступают опять в систему, и все по системе опять получают доход, как будто вы купили только что там крем, шампунь, сделали ежемесячную активность, как это обычно происходит. Поэтому этот момент нравится не только вам, он нравится очень многим партнерам, и все за него очень-очень хорошо так благодарят. Да, я тоже благодарю искренне. Благоприняю. Почему в компании GL нет ограничения по выплатам? Ну, как, например, в других MLM-компаниях. Вы хотите, чтобы они были? Нет. Я поняла. Объясняю. Что касается матричного маркетинга, то в системе реинвестов можно зарабатывать бесконечно. Что касается бинарного маркетинга, то обычно идет урезание по еженедельным выплатам, чтобы в компании не произошел скам, так как у них идет фиксированная бинарная пара. В нашей компании маркетинг рассчитан таким образом, что у нас не фиксированная пара, то есть она плавающая. И именно поэтому скам невозможен. В табличке Excel все это дело можно посчитать, и маркетинг рассчитан на более 8 миллиардов человек. Да, просто взрыв мозга. Галина, благодарю вас за прекрасное интервью. Я думаю, что эти ответы были полезны для всех. Благопринимаю.